1 февраля 2016 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4%, при инфляции за 2015 год 12,9%. В этой связи правительством Российской Федерации принято решение произвести компенсацию за оставшийся период 2016 года в форме единовременной выплаты. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей примерно соответствует среднему размеру выплаты, который могли бы получить пенсионеры при второй индексации. Выплата будет произведена пенсионерам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2016 года. Выплаты будут осуществляться на основании документов, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда, поэтому приходить в Пенсионный фонд и подавать соответствующее заявление не нужно. Доставка единовременной выплаты через отделение почтовой связи начнется с 13 января 2017 года. Если пенсионер получает две пенсии, например, военный пенсионер, одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять Пенсионный фонд России.